Всем привет! Особенно привет тем, у кого тоже, как у меня, телевизор фирмы LG, и у тех, у кого вот такой вот так называемый волшебный пульт LG Magic. Значит, в чем проблема? Где-то в эксплуатации уже около 3-4 лет, где-то примерно. Это линейка LA662 модель. Значит, все нормально с пультом, он работает. Ну, я сейчас покажу даже на телевизоре. Так, работу давай. Вот он все рисует. Можно рисовать, но проблема какая? Он стал залипать. Залипать стали кнопки. Особенно, когда лазишь в интернете, что-то пытаешься написать. Или зайти на какой-нибудь сайт, там, где надо пароль. И нажимается по три кнопки сразу. То есть не одна кнопка, а сразу две. Что, конечно, выбешивает. Ну вот, и я решил его сейчас разобрать. Буду разбирать его вместе с вами. Первый раз. Понятия не имею пока, куда тут лезть. Но опыт у меня уже есть в подобных вещах. Я уже разбирал, значит, похожие вещи не раз. Сразу скажу, что в новых современных пультах и прочих всяких девайсах нету никаких винтиков, болтиков. Значит, нам понадобится тут инструмент вот такой, это зубочистки. Значит, и вот, скорее всего, вот такой вот ножик неострый. Ну или какой-нибудь что-то похожее, там, возможно, ложку. Значит, так, начнем разбирать. Так, эту крышку можно закрыть, я так понимаю. Здесь у нас идут такие щели, куда нам надо засунуть ножик и поддеть. Вот, легко открылось. Полно там грязи, это какая-то пыль накопившаяся. Я думаю, если я сейчас его разберу полностью и очищу его от пыли, то у меня все будет нормально работать. По крайней мере, я на это надеюсь. Потому что если там уже стерлись детали, механизм, да, то починить я, конечно, вряд ли что-то смогу. Это надо будет замену деталей. Все, что я смогу сделать, это почистить его от грязи. Но грязи, как видно, тут накопилось-то немало за эти годы. Так, поехали дальше разбирать. Разбирается он довольно легко. Главное, не переусердствовать в этом деле. Потому что все очень хрупкое. Все очень хрупкое. Чуть-чуть нажал посильнее, и все. Сломалась пластмасса. Там такие дохлые заклепки. Был случай, когда я разбирал один пульт. Я сломал. Треснула там деталь. Так, вот здесь вот, в этом месте, почему-то плотно сидит. Не хочет открываться. Ну, попробуем посильнее. Так. Нажал я тут посильнее, да. Все отвалилось сразу. Ну да, пыли хватает. Пыли хватает. Достаточно здесь пыли. Это все я почищу. Так, дальше разбирается. Наверное, тут надо уже зубочистку попробовать. Тут есть такие штучки, которые надо отстегивать.
Ну, у меня там все в пыли, и я просто не вижу. Из-за этого. Да. Вот такая вот вещь находится. Так, вещь, кнопка. Вот эта кнопочка. И там вот такие вот. Вот они. Такие вот штучки, которые защелки держат эту кнопку. Вот так надо. Или вот зубочисткой надо вот так надавить, чтобы она отогнулась. Либо поддеть вот чем-то, вот чем я поддеваю. Аккуратненько довольно. Все еще раз говорю, очень хлюпкое. Нормально все разбирается. Пока что. Вот эта кнопка уже опять почему-то. Центральная кнопка, она самая. Самая тугая. Не хочет подцепляться. Это кнопка включения. Ее бы, конечно, бы. Не хотелось ломать, потому что она, по сути, чуть ли не главная кнопка. Так, зубочистку туда не подсунуть. Так, мне ее не открыть. Не открыть мне эту кнопку. Так. Поправлю сейчас штатив тут. Ладно, попробую я тогда вот эту. Попробую я вот с этой начать. Так, это подделось. Так, с другой стороны. Вот я ее вижу даже. Зараза. Вот они вот такие вот штучки там, которые держат. И их надо вот так вот зубочисткой отодвинуть и открывать, либо ножом, как я делаю. В принципе, все современные пульты, да не только пульты, а даже разные девайсы, значит, похожим способом собирают. То ли экономят они на винтах, потому что они железные, не знаю, почему они так делают. Короче, видно, что там все забито. Вот этот механизм. Там внутри довольно-таки битком все забито. Дальше буду пытаться разбирать, потому что там внутри, мне кажется, еще больше пыли, но здесь главное почему-то не видно. Вот если посмотреть туда внутрь, там нажимаем кнопочки такие, там такое ощущение, что какая-то пустота, и дальше что-то идет еще, возможно, плата сама. То есть он пульт такой объемный,
Но в то же время там ничего нет. Если вот эту крышку снять, она пустотелая. Тут две батарейки, да, и вот плата там видна. То есть пульт сам по себе, он объемный. Кажется, что он большой, там много чего. На самом деле он, по большому счету, там больше воздуха внутри, чем механизмов. Так. Значит, эту кнопку... Почему-то не хочет эта кнопка. Не хочет эта кнопка у меня, она почему-то отстегиваться. Но если не хочет, я ее тогда не буду и попробую сейчас отстегнуть эту часть, если получится. Здесь находятся вот такие вот защелки, я вижу их.